В Муравленко этим летом благоустроят 3 общественные территории. Новые детские площадки появятся возле домов Пионерская 42 и Ленина 74. А в микрорайоне Юбилейный на месте площадки «Кораблик» строители построят зону отдыха с поющим фонтаном. Подробности в следующем сюжете. В Муравленко все готово к реализации очередного этапа программы формирования комфортной городской среды. Архитекторы разработали проекты и эскизы будущих объектов благоустройства. Дизайн-проекты переданы были в управление коммунального заказа. Управление коммунального заказа, в свою очередь, разработаны проектные документации. В настоящее время проектная документация прошла государственную экспертизу. И сейчас мы выходим на площадку и заключаем договор с подрядными организациями на проведение работ. На сегодняшний день определены подрядные организации на 2 объектах. Детскую площадку на Ленина 74 будет строить муравленковская организация «Стройгаз». Освещением займется «Энергоарсенал». А зону отдыха в микрорайоне «Юбилейный» построит томская фирма «Стройкомплект». Эта фирма раньше у нас не работала, но по отзывам и по площадке, когда мы смотрим, где они участвовали, потому что у нас было одно из требований, обязательно опыт работы, показывает о том, что у них опыт работы достаточно велик именно вот в этом строительстве, обустройстве, благоустройстве. Надеемся на то, что они в нашем городе также покажут себя с хорошей стороны, качеством выполнения работ. Проект зоны отдыха поддержан губернатором округа. Масштаб работ, который предстоит выполнить томичам, грандиозный. Его стоимость 40 миллионов рублей. В моих руках примерный эскиз будущего вида этой территории, которая сегодня называется детская площадка «Кораблик». К осени 2019 года здесь появится зона отдыха, отвечающая самым современным требованиям. Здесь обустроят несколько детских игровых площадок, рассчитанных на детей от 0 до 18 лет. Появятся здесь парковки для велосипедов, колясок, скамейки, пешеходные дорожки и первый в городе поющий фонтан. Во дворе дома Ленина 74 появится новая детская площадка с резиновым покрытием. Предусмотрены здесь парковки для машин, озеленение и освещение. За качеством и соблюдением сроков будут осуществлять строгий контроль. Срок окончания у нас работ стоит очень жесткий. Это до 1 сентября. Так, по рекомендациям департамента округа, мы должны все благоустроительные работы завершить до 1 октября, но мы сроки сжали на месяц, так скажем, для того, чтобы более ответственно подошли подрядные организации к выполнению всех намеченных работ. Преобразится этим летом и двор дома на Пионерской 42. Здесь появится новая детская площадка с резиновым покрытием. Будут расширены места под парковки автомобилей. Проложена ливневка с канализационно-насосной станцией. Мы планируем туда лоток вдоль 42-го дома с выходом к 44-му дому. И, конечно, планируем туда насосную станцию. Сложная конструкция, тоже интересно. Мне даже уже тоже интересно увидеть, как она будет осуществляться, эта работа, и как она будет работать. Она будет предназначена для того, чтобы, если все-таки будет накопление воды, то включается насосная станция и перекачивает воду непосредственно с одного лотка в другой лоток. Кто займется осуществлением этого проекта, станет известно после проведения аукциона. Также в ближайшее время определятся подрядчики по благоустройству 6 дворовых территорий. Эрнест Бавшин, Анатолий Шуликов, новости Муравленко.